Уборка снега с препятствиями для трактористов – дело привычное. С одной стороны, горожане жалуются на снежные навалы, а с другой – не спешат отгонять свои автомобили, чтобы облегчить работу коммунальщикам. Более того, железных коней ставят там, где их быть не должно. Например, у контейнерных площадок. Объясняют это просто – мест для парковки не хватает. Тем не менее, дефицит машиномест – это не причина ставить автомобиль прямо у мусорного бака или на подъезде, блокируя движение мусоровозов и снегоуборочной техники. Так точно делать нельзя. Страдают от этого и экстренные службы для пожарных автомобилей, и карет скорой помощи. Заехать во двор тоже бывает непросто. Поэтому на региональном уровне приняли решение рассматривать дела о нарушениях правил парковки и эвакуировать транспортные средства без участия сотрудников госавтоинспекции. Все территории, страдающие от запаркованности, анализируются. По ним разрабатываются проекты и в дальнейшем утверждаются дорожного движения. Дальше, как только эти проекты будут утверждены, мы будем следить строго за тем, чтобы эти проекты соблюдались в реальной жизни. Для 26 дворов такие проекты уже разработаны и утверждены. В 5 они уже полностью реализованы, еще в 3 частично. И до апреля месяца мы реализуем все утвержденные в прошлом году проекты организации дорожного движения. Также в плане на этот год у нас разработка еще 17 планов организации дорожного движения по другим территориям, которые мы считаем проблемными. Глава округа поручил уже утвержденные проекты организации дорожного движения реализовать до марта. Подняли на совещании и кадровый вопрос. Андрей Иванов подчеркнул необходимость внести изменения в штатную структуру МБУ и увеличить заработную плату, чтобы остановить отток сотрудников в столицу. Евгения Августина, Денис Харламов, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».